Ультра. Ресторан «Певческий мост». Компания «Балтик Мастер». Ресторан «Дежавю» кафе «Шантан». Представляют. Александр Друз в роли капитана. Антон Турчин в роли кока. В роли лоцмана Сергей Прохоров. Кулинарная прогулка. Программа о кулинарии и не только. Добрый день, дорогие друзья. И вновь я с большим удовольствием приглашаю вас на нашу кулинарную прогулку. Я думаю, что очень многие помнят замечательную фразу героя, одного из героев романа Ильфа и Петрова «12 стульев», инженера Брунца, который с мольбой в голосе к своей женой обращался: «Мусик, готов ли гусик?» Кстати, еще один герой теперь же «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, господин Паниковский, рассуждал на эту тему приблизительно так: «Бендер, вы не знаете, что такое гусь. Ах, как я люблю эту дивную жирную птицу. Гусь – это крылышко, это ножка, это шейка». В общем, дорогие друзья, мы, наверное, уже догадались, что сегодня с помощью нашего кухня Антона мы будем готовить гуся. Мы, это я, ведущий Сергей Прохоров, и наш гость, замечательный артист Большого драматического театра Сергей Лосев, который сейчас, собственно говоря, занимается, ну, по-моему, какой-то ерундой. Он пытается поймать какую-то рыбку, хотя я вижу, у него ни лески, ничего нет. Это вообще, по-моему, удочка для микрофона, Сергей. Ну и что? Что? Главное... А как клёв? Клёв вот идет, идет практически. Ага. Внимание, хорошо слышно? А, хорошо, слышно. Нет, нормально. Так пойдемте, Сереж, на наш корабль. Пойдемте. Пойдемте. С него можно ловить? Можно, с корабля можно ловить. А-а-а. Кстати, вообще, как вы, Сергей, относитесь к гусю? Вот гусь, это вот, как говорил Паниковский, Михаил Самуэлович, да. Человек без паспорта, это дивная жирная птица, да, вот это, вот с капусточкой, нет, с яблочками. Что? Вот это самое ценное, потому что сам по себе гусь, конечно, не интересен. Почему? Нет. А вот эти вот лапки? Не-не, это все как бы, мне не очень нравится. Крючек. А вот есть его, только, есть. Только не самые жирные части, он все-таки, конечно, жирноват. А капустка, она, по-моему, капустка должна впитывать. Да-да-да. Яблочки, да, вот эти вот моченые, вот, вот такие. Вот это сочетание гусь-яблоки. Практически и друзь этого. Спокойненько, да, вот перешагивайте на наш корабль. Давай, осторожнее, господи. Осторожнее, не потерять бы нам артистов, рыбаков. Ну что ж, я знакомлю вас, Сергей, с нашим экипажем. Это наш капитан Александр Друзь. Единственный человек, который в городе знает, куда бы можно подойти, где можно причалиться. Здравствуйте. Вот, а это наш прекрасный кок, шеф-кок. Он же шеф-повар ресторана «Дежавю» Антон Турчин. Пробуйте, это очень вкусно. Это самая разная продукция нашего очень вкусного спонсора, мясоперерабатывающей компании «Стрелец». А, «Стрелец». Это, можно сказать, такие походные 50 грамм колбаски. Да, чтобы не томить гостя, пока будет готово наше основное блюдо. Основное блюдо – это у нас гусь. Мы уже 100 раз про это сказали. Вот, но, товарищ капитан, хотелось бы узнать, куда мы это пойдем, да? Ведь? Мы пойдем... По второй главной реке города. Ну, главная река у нас Нева, а вторая река, безусловно, Фонтанка. Такое впечатление, что вы засомневались в какой-то момент, что вот по второй ли. Чувствуйте себя как дома на борту, а я дам команду к отходу. Ну, конечно, без команды. Отдать швартовы. Вот это вот было хорошо. Вот это, кстати, понимают люди у нас. Генеральный спонсор проекта – компания «Стрелец». Спонсор проекта – ресторан «Певческий мост». Благодарим за помощь в проведении съемок ресторан «Дежавю» кафе «Шантан». Набережной реки Фонтанки, дом 30. Благодаря усилиям нашего капитана, вашему свисту, а можно попросить, потому что я, вот, честно говоря, я не умею. Да-да. Нет, так это старая морская привычка. А вот, значит, сначала на отправление, да? Да-да. Это на отправление. Это отправление. Например, на обед. На обед. Это на обед. Ага, что-то нас бьет. И, наконец, на то, чтобы домой пристать, к пристани, да? Ага. Замечательно, да, круто. Да. Я вот всегда завидую людям, которые умеют играть на гитаре, на фортепиано и свистеть. Ну, потому денег нету. Да? Да. Вот.
Ну, Антон, я так понимаю, что мы уже сегодня анонсировали гуся. Только вот понять теперь, с чем, как, что мы туда внутрь положим. Потому что я знаю, туда ведь можно гречневую кашу. Да, в гуся можно вообще все что угодно класть. И мы делаем арзамасского гуся. То есть гуси начинялись в разных странах разным. И гречневые каши, это не значит, что они в России начинялись. Это от темперамента, что ли, зависит? Да, это зависит от местоположения государства. Норвежцы, финны, все они начиняли гусей яблоками. А вот как раз англичане и европейцы, вот они всякими кашами, салами, всякими другими мясами. А какие-нибудь были остроты? Я имею в виду, острое было что-нибудь? Ну, или острое это сверху? Это нет, острое можно сверху, это можно помазать. И внутрь можно. Мы будем делать практически арзамасского гуся, не гуся, а индейку. Ага, потому что индейка быстрее делается, а мы вот... Ну, у нас походные условия, поэтому... Ну, хорошо. А с чем у нас будет гусь? Вот я знаю, что Сергей любит орехами. С капусточкой, потому что капуста, говорят, жир в себя вбирает. Что, с капустой порежет долго, нет, да? Надо было заранее предупреждать. А, с яблоками будет. А ведь я слышал, что яблоки вот нельзя сразу, их нужно уже потом попозже, потому что иначе они могут в кашу превратиться. Это легенда. Опять легенда? Да. И вот нельзя целое яблоко, целое надо нельзя. Половиночку, четвертиночку. Нет, целое, да? Нельзя. Это специально. А еще вот я слышал, что обязательно нужно поливать гуся жиром. Это когда на открытом огне. А там голову. Вот. Да, большая вода, спасибо большое. А ведь Антон, вот меня никто не предупредил. Ну ты же видишь, он за спиной стоит. Мы же высокие ребята. Самое интересное, что Антон, вот он не тронется, пока мы не уйдем. Он так и будет стоять, рассказывать нам. Потому что ты меня спрашиваешь. Он держит секрет приготовления. Будет делать. Нет, я. Антон будет делать, но он никогда это не показывает. Может быть, телезрители в нашей передаче... Да просто он уже сделал, наверное, там держит... Да, нет, да, возьмут, все разогреют уже. Второе. Кстати, вот... А ты что про второе блюдо не спрашиваешь? А второе блюдо? А сразу и про второе? Ну да. Гусь. А второе... Тоже гусь? Нет, а второе будет еврейское блюдо национальное. Фаршированная шейка. А шейка того же гуся? Ну да. Фаршированная чем? Яблоками опять? Нет, печенкой. Печенкой гуся? Печенка опять же из гуся. Нет, куриной печенкой. А еще что-то там ты же видел гусиную печенку в прошлой передаче? Я видел вот этот размер. В какую шею ее можно... Вот такая. Если так подумать, сколько животных загублено, ради чего? Ради мелкого частного удовольствия 2-3 лиц. Да, ради нашей кулинарной прогулки. Аврора. Аврора, да. Ну что, мы тогда не будем ведь мешать, наверное, да? Не будем. У нас ведь там капитан, он сейчас расскажет нам, почему вообще гусь, почему фонтанка, почему вторая река и Друзь! Что расскажет связано. Про гусь! Итак, друзь! Ну ничего, после вас. А удочку можно здесь оставить. Они не украдут? Не, здесь у нас ничего не крадут. Нет, да. Так, не, нормально, Сережа. Я уже так научился носить колбасу. Почему? Ну, все-таки вот объясните, почему вот вторая, да, река по значению, да, потому что по размерам. Почему фонтанка, мы узнаем? Почему фонтан? Фонтаны отсюда. Потому что там фонтаны с Лиговского канала, нет, наоборот, с Лиговского канала фонтаны тянули воду к Летнему саду. Какой Лиговский канал? Лиговский канал. Лиговский канал на месте Лиговского проспекта проходил Лиговский канал. Сейчас же все засыпали. В трубу его взяли. А бассейн, вот то самое... Да. Человек рассеянный с улицы бассейна. Там стояли бассейны, в которые эта вода приходила по Лиговскому каналу. И дальше через трубы к фонтанам Летнего сада. Это так далеко? Так далеко. И фонтаны, вот эти трубы, которыми питались фонтаны, они переходили через фонтанку. Поэтому вот, когда там был безымянный Ерик, его называли. А раньше назывался безымянный Ерик. Ерик – это такой специальный браток, который... вытекает и впадает в одну и ту же реку. То есть как бы огибает. Вот как фонтанка. А я даже слышал, что, Сергей, раньше там была очень чистая вода, ее пили. Там даже люди купались, там даже курорты были прямо на фонтанке. То есть можно было спуститься, полежать, позагорать, нырнуть. Была очень чистая вода, не то, что сейчас. То, что купались, я верю, потому что я когда был в Индии, я видел, как люди купаются в Ганге. Грязнее которой я ничего не видел в своей жизни. Так что, может быть, купаться можно. Нет, но на самом деле вода была трех видов. Да. Были белые бочки, водовозы разводили. Белые бочки из воды из Невы. В зеленых бочках вода из фонтанки. Причем они стоили разные деньги. Самая дорогая Невская была вода. Вода из фонтанки чуть дешевле. А самая уже такая, как бы, дешевая вода, это из других рек и каналов города. Так там что, уже в любых бочках. Пили, но в основном, конечно, стирали. Но вот мы будем пить.
будем пить воду не из фонтанки, мы будем пить морс от нашего спонсора. Это, а почему она красная? Это не вода, это морс клюквенный. Клюква же это северная ягода, так называется. Это серия морсов. До этого мы пили ягодный сбор, я так понимаю, так много пили, что все выпили, а остался теперь... Нет, это не вино. Это не вино. Это клюква, это абсолютно безалкогольное и очень вкусно. А в это время на камбузе. Не гусь, индейка. В принципе, большая разница, но фаршировать можно и то, и другое. И всегда фаршировалось. Фаршировалось с вытаскиванием костей скелета, без вытаскивания костей скелета. Неважно, если хотелось сохранить форму целиковую с ножками, совсем как она выглядит, как большая птица или тот же гусь, тогда не вытаскивался скелет. Если чистое мясо, без разрезания, просто как фаршированная колбаса, с нарезанием вдоль, тогда вытаскивались кости. Мы будем делать с полностью вытащенной, полностью практически вытащенными костями. Вот индейка с кожей совсем, она внутри без костей. Яблоки. Есть мнение, что лучше класть зеленые яблоки, типа Антоновки, но на самом деле никакой разницы нет вообще. Абсолютно. Поэтому... Сейчас нас арестуют, штраф возьмет за скорость сейчас. Круто. Вот, поэтому я буду использовать яблоки двух совершенно разных сортов. Нарезаем. Не мелко, не крупно. Как вам удобно. Можно вырезать серединку, можно обрезать вокруг серединки. Тоже как удобно. И это яблоко я разрежу на 4 части. Этим я обложу гуся вокруг. Это яблоко можно уже ставить запекать. Меда. Грецких орехов. Это начинка для гуся. Кроме этого, естественно, я положу внутрь чеснок, несмотря на то, что там мед. Совершенно нормальное сочетание. Средняя нарезка чеснока, черного перца, соли. Перемешиваем это. Пахнет хорошо. Мы сейчас заходим в фонтанку. Всегда хочется наклонить голову, потому что да, вдруг заденешь. Может, давай, ну может, высокий, может, прачечный, кстати. Почему прачечный? А здесь стирали. Здесь находились прачечные дворцовые. Вот здесь стирали, прямо в фонтанке стирали. И брали воду потом пить. Зеленую. Зеленую бочку. Ну, это в самом начале 18-го, в середине 18 века. Нет, ну вот здесь находились прачечные. Александр, а я знаю, что вот фонтанку-то увековечили, да, вот это чижик. Ну же, где ты был на фонтанке? Вот купил, выпил рюмку, выпил. Надо сказать, зашумело в голове. Чижик как раз пил водку на фонтанке вот здесь. Вот здесь? Да, вот здесь. Это здание училища правоведения. Это одно из самых привилегированных учебных заведений России, вплоть до самой революции. Здесь училась золотая молодежь. Естественно, дурака валяли. А прозвище у них было «Чижи» за зеленую-желтую форму. Чижики, да? Да, вот с желтой грудкой, да. И поэтому чижик, который пыжик, почему пыжик-то? Потому что пыжились они все время, вот эти золотая молодежь. А, понятно, мол, мы... Да. Чижик-пыжик, выпил рюмку, выпил две, но тем не менее от двух рюмок. Так это, я так понимаю, про загулявшего какого-то студента? Естественно. Не студента, а загулявшего правоведа. Они так и были, правоведы. Пажеский корпус самое гражданское учебное заведение. А это второе по значимости. А, по-моему, ведь раз 7 крали памятник. Да. Последний уже поставили. Какой-то меценат из Москвы был поражен вообще. Первый раз оказался в северной столице. И так денег сразу раз на новый памятник. Вот теперь уже давно не крали. Красивый, богатый мостик, да, все-таки получился? Ну, это он недавно получился. Ему меньше 100 лет. До этого времени здесь был цепной, так называемый цепной мост. Цепной, как их много было, такой, как вот сохранился еще нам на Ломоносе. Не, совсем здесь другой. Цепной на цепях. Так где были на цепях? Этот был красивый, он его задумались и стали его переделать после того, как упал египетский мост, когда он рухнул. Тогда стали с фонтанки убирать цепные мосты, они были примерно одинаковой конфигурации, очень было много подвесных мостов. Сделал вот такой пролетный. А в это время на камбузе. О, какой птиц. Заполняем индейку, он же гусь.
Во-вторых, индейка, она просто готовится будет немножко быстрее для наших условий, чем гусь. Гусь жестче, мускулистее. Индейка не так много движется, как гусь в сельском хозяйстве. Вот, сейчас я его обмажу чесноком нарезанным и медом. Потом посолю, свяжу его фольгой и поставлю в печку. И будем ждать, пока он приготовится. When my love said to me, meet me down by the gala tree. Ирландскую народную песню так на фонтанке запеть. Сейчас мы его обмажем всем, чем я сказал. И начнем запекать индейку. Наши яблоки нарядные. Тут уже мелко надо нарезать, чтобы можно было как можно больше чеснока прилипло к индейке. Соль. Натираем соль. Черный перец и чеснок. Все, индейка готова, чтобы засунуть ее в печь. Я достану яблоки. Сначала положим индейку, теперь обложим ее яблоками. И, наконец-то, моя индейка идет в печку. Все. Третье деление, собственно, его императорское величество канцелярии. Кто-то хочет даже встать. 1826 год основано вот это было третье отделение. Возглавил Бенкендорф. Благополучием в государстве оно ведало. Так называлось благополучие? Нет, ну вот не назвать же тайной полицией. Ну, безопасность. Да, безопасность. Комитет безопасности. Безопасности. Царский вот. Комитет безопасности. Но надо сказать, что когда назначал Николай I боевого генерала, генерал-адъютанта Александра Христофоровича Бенкендорфа сюда, тот запросил инструкции, и по легенде якобы император вытащил из кармана носовой платок и сказал: вот тебе инструкции, будешь этим платком утирать слезы обиженных и униженных. С тех пор началось вытирание слез. А еще, Александр, я слышал, что вот здесь на фонтанке очень много всяких подземных ходов, да ведь? Ну, это всегда. Там легенда. При слове «тайная», а еще при слове «полиция», как же обойтись без ходов? Я слышал, что даже есть подземный ход, Михайловский замок. Ну, это на самом деле ерунда, потому что к чему бы это, зачем? К чему бы это? Да, потому что после 1801 года Михайловский замок не имел никакого политического значения. Ну, когда уже... Нет, ну, когда... До этого, конечно. До этого вообще вот здесь находилась часть летнего сада, и здесь стоял летний дворец, деревянный летний дворец. Нет, я понимаю, но когда который... дядя Павлуша строил-то, он наверняка вот он придумал потому, систему отходов-то. Вот потому он здесь и строил, что вот он здесь вырос, родился. Здесь он вступать. родился в летнем дворце. И когда зашел на престол, решил построить замок, в котором предусмотрительно думал умереть, только не думал так скоро. Нет, а он так и сказал, да, вот хочу умереть там, где родился? Да, именно так оно и так было. Так вот это убийцы и сделали, да? Нет, ну это просто они ускорили процесс. Молодец. Якобы архангел Михаил явился Павлу и сказал, что вот надо строить именно здесь. А я услышал, что есть такая легенда, вот почему вот такой вот терракотовый цвет. Это однажды на балу какая-то красавица Анна Лопухина, значит, она, у нее упала перчатка. Павел, как рыцарь, значит, поднял эту перчатку и вдруг обратил на странный цвет этой перчатки, да? Вот, ну, такая вот оранжевая, да, такая вот, да. Смесь такая, да, вот красного с желтым. Ну, значит, бах, сразу архитектор говорит, хочу, чтобы замок был такого цвета. Вот, пожалуйста, получите. Ну, почти так, потому что просто Анна Лопухина была возлюбленной. Она была, действительно, была не красавица, но была очень миловидна и, как бы сказать... Внутренне богатой душой. Мне нравится. И Павел по-рыцарски вот как бы ей служил, она была дама его сердца. А я еще слышал, что вот там же ведь вот на Михайловском замке была какая-то библейская надпись, да? И там ровно 47 букв, как раз вот именно на 47-м году Павла их... Да ведь? Нет, это все, Александр. Да, но это потом посчитал. Потом посчитал. Посчитал народ. Посчитал народ потом, когда уже Павел был член. Число деревьев, которые росли до того, как это... Это все красивые легенды. Конечно, можно подогнать. Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней. Ровно 47 букв. Ну, потом посчитали. А ведь что самое интересное, вот с каждой стороны фасад совершенно неповторим. Все четыре стороны. Все четыре стороны, все четыре разные. Разные.
Ну, отчасти говорят, что такого было желание заказчика, чтобы все строили. Опять фабула. Да, а с другой стороны, строило два архитектора. Начинал Баженов, потом вдруг, опять же, неизвестно, каким образом помре. Говорят, что вот вроде бы он был масон. Кстати, Павел тоже был масон. И какие-то масонские тайны якобы выболтал. И с ним поступили нехорошо, с Баженовым. А заканчивал архитектор Бренна, придворный архитектор Павла. Это который уже перекрасил в терракотовый цвет. Да. А когда вот стал, вот ведь еще есть второе название Михайловского, так, инженерный. Вот а вот после смерти Павла он долго пустовал, а потом сюда перевели инженерное училище. Кадеты рассказывали, ну так видно на ночь уже, чтобы попугать друг друга, так что на первом этаже, как вот на ночь, что на первом этаже каждую ночь появлялся призрак Павла со свечой, и он ходил, они слышали вот эти вот звуки. Ну это, наверное, тоже, наверное, легенда. Отличников что он отмечал как-то? Отличников мазал зубной пастой по ночам. Да-да. Пушкин говорил, что Павел Первый самый романтический наш император. Да. Правда? Может быть. Но я любил, вот слышал, что любил еще такую маленькую, у него слабость была, он очень любил, что даже вот гречневая каша с молоком, золотые приборы и очень много цветов. И за столом никто никогда ничего не говорил. Все просто сидели и молча ели. Когда я ем, я глухонем. А, оттуда пошло. Я, кстати, предлагаю проверить, как там у нас. Я очень волнуюсь, чтобы вот гусь не подгорел. А мы будем молча его есть? Нет, я думаю, что будем говорить. Но самое интересное, что вот я всегда думаю, вот брать с собой капитана или не брать. Сергей, как вы? Я не понял, как это? А у нас, вы знаете, у нас вот такая демократия. Можем взять, можем не брать. Капитана не знаю, а вот морса надо взять обязательно с собой. Ресторан императорской певческой капеллы – одно из самых уютных мест в Санкт-Петербурге. С детства знакомые адреса, знакомые имена, Мойка, Певческий мост, капелла, Пушкин. Для вас бережно воссоздана обстановка и атмосфера петербургской музыкальной гостиной. Вас ждет традиционная русская кухня. Приходите с любимыми, с друзьями и с коллегами. Капитан скромный, он так к столу-то сам не пригласит. А почему? Давайте уже готово. Скромность? Что? А потому что уже вроде как бы мы все практически рассказали вот о Михайловском замке. Единственное, что я вспомнил, что ведь мне, вот я слышал опять же такую легенду, что вот очень много всяких подземных, да, ходов, и вот убийцы, они прямо из Зимнего, ведь он же боялся жить в Зимнем, да, потому что там вот заговоры все время ему казались, да, и вот они прямо из Зимнего по подземному ходу вот сюда прямо вошли и здесь его и убили. Мост им опустили, мост. И прям по парадной лестнице. Не, это уже киноверсия. Да нет, нет, никакие, это киноверсия, вполне историческая версия. Незачем было строить подземные ходы для этой цели, когда все схваченное можно было найти сторонников среди караула. Люди все сделали, открыли, пригласили. Хорошо, указали, куда. А вот то, что народ не указали, они еще долго искали, они разбрелись, поскольку были не совсем трезвы. Посмотрели так. И отчасти одна часть пошла. Никто не торопился убивать императора. А правда, что народ вот после того, как убили, народ радовался, целовался, обнимался, праздники были, гуся испекли. Правда ли нет? Конечно, нет, правда. Радовался, потому что слишком много запретов было во времена Павла. А я бы даже обобщил. Уничтожали. Народ всегда нравится что-то, когда меняется. А уж если меняется, любит перемены. Любит, потому что думать все-таки будет лучше. А я, кстати, читал, по-моему, что... И каждый раз обманывается. Именно Павел. А знаешь почему? Потому что подрастают новые, они думают, что будет тоже лучше. Старые бы сказали, ладно, оставайся. Хочется как-то их к еде подвести, не хотят. Я вот читал, что именно Павел, он ввел, что каждому чину, вот какое-то количество блюд. Например, у майора должно быть 3 это блюда. Это было, обед, да. Вот обед. У генерала у него там 5 или 6 блюд, вот перемена, да? Положили кош, да? Это да. Да? Кош это называлось. Ну вот мы пришли, а где гусь? А, не готовы еще. Ну что, тогда я думаю, что можно... А, кстати, какой у нас гость? Арзамаски? У нас получается, да. Арзамаски, да. Это вот, который вот этот? Это смесь китайца с русским. Да. А сегодня мы его готовим, знаете? Не знаем, нет. А все очень просто. Вот в этом здании... Вот который в лесах. Да. Располагалось Министерство просвещения в 20-е годы. Орлов же?
Нет, нет, Голицын, Голицын. Князь Голицын был министр, а секретарем был Александр Иванович Тюргенев. У меня была казенная квартира, вот на третьем этаже, сейчас не видно, к сожалению, из-за ремонта. Вот три окна над аркой и два окна в этом доме. А сейчас у него там стеклопакеты ставят. И тут собирались будущие декабристы, в частности, других обществ члены, в частности, общество «Арзамас», такое было, литературное общество «Арзамас», которое возникло в знак протеста против беседы любителей русского слова. Очень приличные люди вошли. Жуковский, Вяземский, князь Петр. И каждое заседание заканчивалось гусем. Да, будущий министр, будущий министр просвещения. Да, но тогда еще он не был таким тем реакционным. Дайте я вас прерву на минутку. Смирно! Равнение налево! Ресторан «Дежавю». Там служит Антон, шеф-повар. А ведь можно было бы пристать, а ведь не бросить якорь. Знак даже висит. Антон, на якорь можно не бросать? Да, мы же не бросали, мы так подержали. Так, да, просто, да? Так за перила подержали. Саша, а почему все-таки, ничего, что я буду травку щипать? Да, нет, почему все-таки пусто? Да, вот Арзамас, потому что Арзамас славился своими гусями. Мы про Арзамас чуть подробнее расскажем попозже, А пока вот Антон вам покажет, что еще будет, чтобы не терять время. Что-то ничего не расскажет, ничего не делает. Я жду пока. Прослежу за маршрутом. Пусть они везде капитанами разговаривают. Что будет еще? Будет еврейское, так сказать, национальное блюдо. Называется оно гефильте гизели. Гизели – это шейка гуся. Да, мы его будем фаршировать печенью куриной. С лучком, с мацой. С морковочкой? Морковочкой не будем, с мацой будем. С сыром, я вижу, да? Сыр – это для другого был. Не забегай. А маца принципиально, да? Ну, вообще булку можно, но маца как-то более подходящее. Вы что-то имеете вроде баце? Шейка, фаршированная печенью курицы, которая клевала мацу. Вот так вот лучше, да, будет, да. Хорошо, спасибо, мы надеемся на вас. Я сам на себя. Можно сказать, впустую вышли. Идите, ничего не съели. Ну, пойдем опять к капитану, пускай рассказывает. Ну, так все-таки про Арзамас. А почему Арзамас? Потому что он художник Ступин, ну какой же, Нижегородской губернии, да? Который проучился 2 года в Академии художеств, уехал в Арзамас. И там, чтобы улучшить местную школу иконописи, основал Арзамасскую школу живописи. Причем с такой претензией, Арзамасская школа живописи, с претензией считали вот эти вот все молодые, знатные люди, что это за школа живописи, какая школа живописи может быть в Арзамасе. Арзамас известен своими гусями, и вот у них в обществе, гербом общества был гусь. Да? Каждый раз к обеду подавали гуся. То есть все читали свои стихи, в основном пародийные. Это в художественной школе? Нет, это в Арзамасе, вот в обществе Арзамаса. Ну, вот где собирались здесь члены общества, собирались здесь, в том числе и на квартире у Александра Ивановича Тургенева. Кстати говоря, вот литературные забавы, Александр Сергеевич Пушкин тоже был членом этого общества. Надо сказать, что в обществе у всех были клички. Прозвища. Причем все прозвища брались из... Степан Стаган, например. Не-не-не, из произведений Жуковского. Сам Жуковский имел прозвище Светлана. Пушкин был Сверчок. А вот дядя Пушкина, Василий Львович, ему не так повезло. Он был совсем коротко его назвали. Его назвали Вот. Вот? Вот. Просто Вот. Да. Но был еще один член общества, которого вообще звали Чу. Ну там в поэмах, в балладах, Жуковского Чу, кто там, они собирались здесь. И как-то говорят, вот Сверчок, а прямо здесь, вот сейчас, стихотворение. Обличи. Нет, не обличи, просто Плать. Стихотворение. Нет. А Пушкин стоял у окна, смотрел на замок. И как-то в голове сложились строки воды. Вольность, глядит задумчивый певец на грозно спящий средь тумана,
печальный памятник тирана, забвению брошенный дворец. Потом на следующее утро дописал остальные строчки. Получилась его довольность. А в это время на камбузе. Шейка фаршированная. Берем мацу. Замачиваем ее в молоке. Слегка замачиваем в молоке. Теперь берем лук. Репчатый. Пусть лапчатый, лук репчатый. Хорошее сочетание. Чистим лук. Все летит, как всегда. И чеснок, естественно. Нарезаем. Господа, ресторан «Дежавю» с 12 до последнего клиента. Лучшая кухня в городе. И все остальное тоже. Нарезали лук. Ставим сковородку на огонь. Берем оливковое масло. Куриная печенка. Лук с чесноком. Петрушка, зеленый лук. В принципе, шейку можно фаршировать тем, чем вы хотите. Так же, как и с гусем или с индейкой. Можно и гречневой кашей. Можно шкварками куриными. Просто печенка считается одним из классических вариантов. Поэтому мы будем фаршировать куриной печенкой. Можно и яблоками фаршировать. Естественно, чуть-чуть меда. Черного перца. Соли. Обжариваем все. До почти готовности. Берем мацу. Можно использовать и булку. Также белый хлеб, булку. Просто маца больше подходит к этому блюду. Маца очень сухая. Лучше вымочить ее в молоке. У нас еще по курсу. Цирк. Первый стационарный цирк в России. Большой, столичный. Первый. Да. Красивый. Ну, действительно, говорят, сюда слона, когда привезли, его валенки сделали. Валенки? Да, потому что он зимой замерз. Ему действительно... Это какого слона? Слона, который в цирке. Самого первого, который привезли сюда, который шаг на один. Так ему это самое, ему вообще несколько было таких слоновых историй. Чуть-чуть дальше, по фонтанке, ниже по течению, вот Караванная улица, да, где находится. Вот там, сначала был слоновий двор. Да. То есть Петру Первому персидский шах прислал в подарок слона. И слон пришел в 1717 году. Целое событие было. Махина, конечно. Да, потом Аниана мне подарил, опять же, персидский шах, 14 слонов. И тоже они здесь жили. У него, наверное, был избыток, там переизбыток. Определенное количество ведер водки выписывали им, да, чтобы не замерзли. Чтобы у слона было хорошее настроение. Обтирали, что ли? Нет, выпивал, чтобы не замерз. Для внутреннего употребления. Но сам пил или что-то. Или все-таки смотрители помогали. Они выпивали за него, и он не мерз. А в это время на камбузе. Как там наша индейка. Иду в самом разгаре. Снизим температуру чуть-чуть. Скоро будет готово. Перемешиваем все. И берем гусиную, в данном случае, шейку индейки. Можно зашивать, можно не зашивать. Кому как удобно. Положим туда столько, сколько поместится. Вот. Сейчас я поставлю шейку в печку. Сейчас я это посолю, поперчу. Опалю немножко оливковым маслом и поставлю в печь. Все, уже можно доставать индейку. Украсим красивенько сейчас. Переложим, развяжем. Это хорошо, это я люблю. Ой, сейчас будет горячо. Ой, мама. Снимаем.
снимаем всю фольгу, сколько сможем снять, заодно и попробуем. Найс! Давайте к цирку вернемся. Давайте вернемся. В Древней Греции, с Древнего Рима идет вот цирковое искусство. Циркус, и, арена. Да. И в России вот эти скоморохи, которые, ну, в общем-то, тоже занимались цирковым искусством, они были. Но вот именно Чинизели, вот представитель знаменитого циркового семейства, он именно построил. А место ему причем понравилось? Место-то у него сначала было на Манежной площади. Там, когда он приехал в Россию, там сначала был его цирк. Он такой не каменный, да, из дерева сделан, дощатый, типа балагана. Ну вот. И в конце концов он все-таки добился, что ему отвели место на Фонтанке. И здесь дали возможность построить первый стационарный цирк. То есть, как бы оценили искусство. Александр, а правда, что вот во всех цирках мира арена, она одинаковые размеры имеет? То есть нигде нельзя 13 метров, да. Ну, потому что, я говорю, многовековая история, и именно вот это вот. Говорят, чтобы лошади выходили и не путались, вот когда они идут друг за дружкой. Верблюды, лошади, слоны. Вот чтобы вот 13 метров артисты, везде артисты, во всем. Да, и артисты тоже выходят, чтобы не потерялись. Как-то. Да, и это вот веками проверенные размеры, и это самый правильный размер. Ну, знаете, 13 минут прошло, я предлагаю все-таки вернуться к нашему повару и как-то уже вот гуся взять, наверное. Потребовать. Да, потребовать. Да, Коля! Обед! Потребовать свой законный бизнес-ланч. Генеральный спонсор проекта – компания «Стрелец». Спонсор проекта – ресторан «Перческий мост». Благодарим компанию «Балтик Мастер», авторизованного дилера концерна «Электролюкс» за предоставленное оборудование. «Балтик Мастер» – профессиональное оборудование для предприятий торговли и общественного питания. Благодарим за помощь в проведении съемок ресторан «Дежавю Кафе Шантан». Набережной реки Фонтанки, дом 30. На камбуз первой ступает нога нашего капитана. Он, кстати, давно уже дежурит. Подгорел немножко, да? Не, не подгорел. Нет, нормально. Это с корочкой? Это мед. А это яблоки, да? Это яблоки вокруг. А он внутри у нас в гусе что? Тоже яблоки. Тоже яблоки. То есть мы его яблоки. Ну а да. Что делать-то? Смотреть? Ну, наверное, есть надо. Нет, может быть, сначала как смотреть. Всегда вы, да. Конечно, пап. Я всегда очень ревную, когда капитан первый. Да, он тут у него воровал. С яблоком надо. Воровал у него. С яблоком. Я тут пару раз, да, все-таки мне удалось опередить. Как господин капитан? Божественно. Божественная птичка. Сергей, пожалуйста. Да мне неудобно как-то. А что неудобно? Рядом со своим театром, в присутствии режиссера практически, вы можете начать есть гуся. Ну, режиссер будет смотреть из окна, как артисты прямо на корабле едят гуся. А гусы все-таки нежнее? Конечно. Так же, как и баран и овца. А почему? Ну догадайся, ну сам. Ну потому что формы, что ли? Какие формы? Гормоны, что ли? А, по-моему, угадал, да? Мужеский пол как бы друг с другом соревнуется, ему нужна мышечная масса, чтобы защищать. На работу бегает чаще, да. Волнуется. А женский пол, он сидит дома с детьми. Да, дома. Толстеет. С гусятами. А можно посмотреть, как там, я смотрю, дымок оттуда идет. Хочется все про... Ой, шкварчит. Ой, я сейчас вот этот вот запах. Ой, какая красота. Этот звук просто он... То есть он фарширован печенью, да? Так, куриный. С луком, чесноком, зеленью. Это опять будет очень вкусно все. Ну, жирно. Шкварки. А яблочки есть, яблочки есть. Ой, осторожнее. Ты даешь его. Мне так главное, ты не кричишь осторожно. Ну что, я так понимаю, что шейка мимо родного театра. Кстати, вот чем нравится наша программа мне, мы можем гостя где угодно выставить. Вот вы попросили театр, Сергей. Пожалуйста. Спасибо, здорово. Можно шейку попробовать? Я как раз ложечку взял. Попробуй. Ложечка, это удобно.
Я думаю, что мы сейчас Сергея будем высаживать. Будем? А сами доедим. Угу. Но чтобы ему не было, скучно, у нас традиционный подарок, Сергей. Да. Да вы что, ребята? Ну, это вот все то, что мы пробовали. Это, я так понимаю, на всю труппу. За наш сегодня. А продукция стрельца это понравится всем. Любому артисту и не артисту, и любому зрителю. Так что рекомендую. Я пью за вас, капитан. Те, кто в море. За вас, Сергей. Лоцман. За вас, Антон. Спасибо большое. А мы, Сергей, рады, что вы сегодня были вместе с нами на корабле. Вот сейчас, естественно, пойдут, как всегда, титры, создатели передачи. А в это время, дорогие друзья, мы спокойно, наконец-то, доедим индейку. Да, доедим индейку, которая сегодня у нас была гусем в яблоках. С яблок. И с шейкой. Всегда к вашим услугам. Зовите, по любому поводу. Сергей, Сергей, вы любите вчерашние котлеты? Да. Приходите завтра. Хорошо. Пошли титры.